Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня на обзоре у нас оптика, конкретно разбираем вот этот T-Eagle EO с переменной кратностью 3-9 на 40. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. Ну что, погнали? Интернет-магазин «Попади в десятку». При покупке данного оптического прицела он приезжает вот в такой надежной упаковке, а внутри мы можем обнаружить следующие вещи. Во-первых, это крепления, которые у меня уже установлены, далее наблюдаю одну бленду. Также в комплект положили один небольшой шестигранник, одну микрофибру для бережного ухода и, конечно же, мануал на языке производителя. В оптическом прицеле установлено кольцо для изменения кратности приближения. Данный параметр варьируется от 3 до 9, и это говорит о том, что прицел будет комфортно использовать как на средних, так и на дальних дистанциях. Корпус прицела выполнен из алюминия, его вес 521 грамм. Длина нашей оптики 325 мм, диаметр объектива 50, а окуляра 45. Диоптрический механизм находится в зоне окуляра и дает возможность сделать резкое изображение каждому стрелку индивидуально под себя. Прицельная сетка расположена на стекле во второй фокальной плоскости. Для настройки оси X и Y в средней части корпуса предусмотрены два барабана – средний и правый. Величина одного клика сдвигает перекрестие на четверть МО. На левой части корпуса расположился барабан, включающий подсветку. Она, в свою очередь, работает в режиме красного и зеленого оттенка и имеет по несколько уровней контрастности. За батарейку переживать не стоит, ее можно купить в любом бытовом магазине, а ее название SR2032. Про комплектацию характеристики я уже рассказал, и осталось разобраться в одном вопросе: где же можно приобрести данную оптику? На самом деле это не секрет, и сейчас я все расскажу. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данная оптика, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч.